Иду со всей силы. Ух ты, я ее увидел. Евгений, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Всем привет. Продолжаем проходить хоррор-карту. Вторая часть называется Back Rooms. Если пить, кушайте, приятного аппетита. А мы начнем. Так, мы остановились на какой-то третий лабиринт или четвертый? Третий. Нет, четвертый уже. А, да, четвертый. Четвертый получается. Так, ну что, давай будем искать. Ну, кстати, смотри, какие комнаты уже большие. Ну, опа. Смотри. А, знаешь, что тут сразу ты понимаешь, что будет какая-то... Фу, а чё так быстро? А чё так можно? Вот, заходи. Короче, хочу задать вопрос, Серёг, как ты думаешь, какая здесь тварь будет? Ну, не знаю, скорее всего, несколько даже, я так думаю. Так, погнали, Серега, ты за мной, я буду с шифтом бежать. Я тоже. Опа. Так, смотри. Эй. Заходи, Серега. Выживший. Мы здесь, это, изучаем, это, команда изучения. Ага, прикольно. Мы видели других солдатов. Так, мы с Серегой оказались на какой-то части карты, где находится, что у нас? Какой-то городок. Площадь, да. Какая-то, где отдыхают люди. Так, давай изучать, что у нас тут есть. Трупы. Да, трупы есть, вижу. Куча трупов. Куча трупов, да. Двери. Дверь, ну-ка. Закрыта. А вот здесь смотри. Ты что, танк поломатый? Нифига себе. Ага, стулья. Трупы. Не пройти. И тут не... Ага, туда не пройти, я понял. Получается, не всю карту дает исследовать. А, вот сюда теперь можно уже идти. С другой стороны. Тут какая-то тварь, Дима, лежит. Дохлая. Дохлая? Слава богу, хоть дохлая. Куча тварей дохлых. С когтями большими. Вы таких замочили, этих тварей. Да. Ты куда, Дима, ушел? А я пошел. А я просто изучаю карту, думаю, может быстрее какая-то сюжетка начнется. Ой, я уже куда-то приблизился. Тут уже что-то интересное у нас. Ты в дом зашел? Не, по площади прямо побежал. Вот-вот. А ну-ка, мне кажется, сюда надо идти. О, точно. Дверь закрыта. О, смотри. Что он там? Устал? А, не, он, я думал, он устал, отдыхает. Так, жмякаем все. О, уставшая. Лежит, отдыхает. Еще, смотрите, ребята, сколько мертвых людей. Прям вообще много. Ну, Серега, с тобой тоже не легли здесь. Так, проверяю на отце. Может, что-то удаляется здесь? Ой, я нажал. Так, что, нас зря сюда шли, что ли? Тут ворота удаляются. А ну, давай. Удалить. Ой. Вот обманщики, а. Не удаляется. Подкололи. О, нам сюда, Серега. Граммофон. Давай музычку. Опа. Вот, тебе слышно? Музыка, да. Это очень стрёмно, ребята. О, пианино. Жопа, умеешь играть, не? Эй. Сквозь проходится странно очень. Для экономии памяти. О, Серега. Да. Идем. Серега, я там кого-то погоди. Видел впереди. Черная женщина, иди. Двери. Начинается. Коридор. Ого, закрыто. Сука, дверей. Че, начинаем все двери открыто. Проверять? Да. Пусто. Тогда все закрыты. Открылось. Открылось. Пусто. Ну, звуки были, да, кончены, когда открыл? Смотри. Еще идем наверх. И вниз еще можно. Ого, Серега, нас ждет с тобой очень веселая. Прохождение, симулятор дверей. О! Что там, ага. Есть что-то? Кабака. Кабака?
А блин, постоянно какие-то звуки конченые. Я Серега все проверил там уже. С этой стороны проверяем. Блин, да все закрыто, вы чё? Опа. Тут мы уже были, нет, не были. Аж выше этаж. А красиво, да, здесь? Опа. Да. Так, все, выше этажа нету, слава богу. Чтобы жопа нам была бы. Так, чё там? Это баррикады из песка. Тут мешки лежат какие-то, Дим. Так, о, это патроны. Спальные мешки. Камера. Да. А, не, я бы мне показал, что камера как-то... Какого-то ракурса, так. Кровать. Дробовик. Бери. Только тут дверь открыта. Где? Вот здесь вот. О, я зашел. Тут труп. У меня нет оружия. У тебя есть оружие, не? Ну вот, взял дробовик, ну... А как с него стрелять? Я хотел себе оружие взять, а нельзя выдать, представляешь? Разработчик молодец, позаботился о таких, как мы. Слышь, ты задрала морда. Она, наверное, невидимая, да, я так понимаю? Просто нас пугает. Не, видимая, я ее вижу. Она тут... А будет. Я не вижу ее, что за бред? А она вообще темная. Вентиль можно крутить, Серега, кручу вентиль. Крути. Я побежал за другим. А, ты можешь вентиль надо все провернуть? Да. Зажимаешь ей и держишь, и все влево прокручиваются. Некоторые нет, надо, видимо, по какой-то это, механике. А, нет, ты шаришь? Может, просто еще есть вентили на бочках каких-то раз, этих ржавых? Не, у стенках. А, я вижу, угадал, на бочках есть еще вентили. Есть. Ребята, просматриваем, все внимательно. Очень карта такая прикольная, везде загадки есть свои. Прям хочется постоянно в нее играть. Еще нашел. Дверь открылась? Нет. Иду, иду, иду. А где? Ко мне. Иду со всей силы. Ух ты, я ее увидел. Ребята, я ее увидел. Это было очень стрёмно. Ну, нафиг. О. Бежим. А где мы? В пустоте какой-то. Другой лабиринт. Офигеть, где это мы? Офигенная карта такая, знаете, прям психологическая давка происходит. Меня, а что происходит? Звук. Страшный звук. Да, он стрёмный. Я не знаю, куда идти на самом деле. Это ты? Нет. Блин, стрёмный звук, отвечаю. Немножко напрягает. Хорошо, что мы можем прописать в Garry's Mod Stop Sound. Плохая концовка. Мы потерялись на уровне 6. Голос становился все ближе, и еда почти закончилась. Теперь вы совершенно одни. Никто не придет вас спасать. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте с партнером по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.